Миша сначала спросил, сыграешь у меня бешеную балерину, там 63 лет, я говорю, иди в жопу, Миша. Он говорит, вот почитай текст. Я прочел текст, позвонил ему, говорю, что я понимаю, что это значит никаких денег не заплатишь. У меня два условия, значит, телетекст и оператор клиент. Миша выполнил эти условия, мы сняли этот фильм за 8 часов. Так это бюджетный проект? Какой бюджетный? Вообще? Нет, это бесплатный. Ну как? Это Гриша, проект Гриша Константина Пуска. Вы заработали на это? По велению души? Да. Я плакала, когда смотрела. Ну а как по велению души всегда получила? А можете рассказать? Что рассказать? Или по суфлёру вообще не запомнили? Нет, я не... Зачем? Я сыграл это. Зачем? Сыграли и отпустили. Да, я отпустил, я забыл. Я... Была идея сделать этот спектакль, но я... У вас вообще такое потребительское отношение к работе. Сыграл, забыл. А какое должно быть отношение? Я, ну знаете, некоторые к ней относятся как к чему-то святому. Ну так вы видите, что я не так отношусь. Зачем же вы мне про тех, которые как к святому? А мне интересно, почему вы не так не относитесь? Вы ну, потому что я считаю так глупым относиться к работе, потому что я считаю, что есть в жизни гораздо больше вещей, к которым можно относиться лучше, чем к работе. Какие? Сами же говорите, семья, дети.